Всем привет, меня зовут Лина, и это Skyrim. Мы продолжаем проходить арку за вампиров, против вампиров точнее. В общем, вот, что нам нужно. Нам нужно портал «Вечерний проход». Вы можете установить даже двух детей, но только если у вас есть собственный дом, а в нем детская. Так, тут включено, там включено. Все вроде включено, все в порядке. Поехали. Оу. Это было совсем не так неприятно, как я ожидала. Подожди. Надо... В этом есть что-то успокаивающее. Мне как будто стало немного теплее. Чё? Какие-то подозрительные стручки. Да, это очень похоже на стручки, короче. Ты к ним подходишь, они такие прячутся, типа. Но они, походу, живые, да? А какая у нас задача? Выжить. Это меня, конечно, да. Опа. Здрасте. Блин, такой сеть. Ну ладно, принскрин был темный. Но вообще как бы выглядело красиво. В общем, я так понимаю, не стоит торопиться. Ты потихонечку полег. Десантура, блин. Он реально такой десантировался. Че, у тебя есть что тут? В общем, да, не стоит торопиться. Постепенно. Дожидаясь, пока сработают скрипты. Вот тетя, блин, заметила меня. Это так мило. Они используют щит от магии против лука. И вот тут как бы небольшая несостыковочка случается. Нет подходящего камня душ. А все, камни душ у меня закончились уже, похоже, да? Угу. Ну, типа красивенько, да. Такие светяшки. Я, конечно же, не могу это пропустить. Нет, слишком темно. Ладно. Красиво, но темно. Меня эти штуки палят почему-то. Почему растения намного чуче, чем фаумеры, которые без глаз, которые ориентируются... Да. Звук. Да, и растения. Ну, может, растения, кстати, они там, типа, мельчайшие вибрации в земле улавливают. Это какой-то тайный проход, что ли? Я тут еще почитала про снежных эльфов и обнаружила, что как бы снежные эльфы, получается, к двемерам пошли, да, в поисках защиты. А двемеры взяли и стали их кормить грибами ядовитыми, причем включили их в постоянный рацион. И из-за этих ядовитых грибов
А умерли-то и ослепли. Стали вот такими, какими мы сейчас их знаем. То есть, по сути своей, можно собрать уши снежных эльфов, да? Если собирать уши Фаумера в качестве ингредиента. Господи, ты, господи, да! Я не знаю, на чем неделя долгой невидимости, потому что ребята меня и так не видят. И, а даже если бы и хотели бы увидеть, я подхожу, и меня вот эти вот штуки не палят. Ну, они вообще играют за мою сторону, получается, потому что они на свету даже самый лучший стелсер будет виден. Вот. Ядерить. Это получается хорусы, да? Хорус, хорусы. Хорусы. Это получается. А вот это те самые... Нет, это светящиеся цветки зачем-то. Да-да-да-да-да-да-да. Где это там? О! А здесь Сирана? Сирана. Сираночка. Сиранушечка. Ну ты добей, добей, пожалуйста. Ну, он сейчас отрегенится и вернется, конечно. Если, конечно, Сираночка его не добьет. Но Сираночка, мне кажется, плевать хотела вообще на то, что один детеныш Коруса может загубить успех всей миссии. Чисто потому что. Да, походу. Где-то там еще есть рак. Вот эти вот штуки, походу, это корусы. Засушенные, что ли? Жесть. У меня опять куда-то Сирана пропала. Вот эта женщина сама себе на уме. Хочет, гуляет куда-то, хочет, не гуляет. Нам как бы квест для нее же, ее же квест надо делать, да, а она... А она вот. В общем, не все снежные эльфы спустились к двемерам и стали фаумерами в процессе того, что медленно себя отравили. Поколениями. Поколениями они себя отравили ядовитыми грибами, слепли. Только ради того, чтобы какой-то незаметно, чтобы не представлять для двемеров опасности. Ты что-нибудь слышишь? Только тебя, женщина, только тебя. Сейчас, подожди. Очень важны. Да что ж ты делать-то будешь, да? Ну ладно. По-моему, сейчас сработал. А где был... было... Что я там говорила? Не торопимся, да? Давай, вылезай, скотина. А ты еще откуда? В смысле откуда? Только что при тебе вылез. Сейчас еще повылезает. Ну, в принципе, хотя бы знаем, откуда они. Давай, десантируйся. Десантура. Шопу чешет еще себе. Я доверяю своему слуху. Слуху своему она доверяет. Слуху. Лучше бы доверяла напарнику-то своему. Довакину. Хотя, может, она как раз-таки напарнику-то и доверяет. А вот напарник ей не очень.
потому что она без конца, блин, куда-то вообще пропадает. Да, давайте, давайте. А ты еще откуда? Ай, понял. Ай. Ой, безупречный гранат. Готов, Сиранушка? Да, готов. Я грешным делом думала сфоткаться рядом с этими цветочками, но вспомнила о том, что они пропадают. Так. А то, а, понятно, там просто растяжка, поэтому нам предлагают обойти. Ну и мы об... Кто там? Хорошо, что я доверяю своему слуху. Готово. Ты активировал ловушку, да? Ловушку. А что это такое? Ловушку она. Она, скорее всего, Фаумера подняла, и этот Фаумер бежал ее защищать, да, и палить заодно. Гениальная женщина. Ладно, сохрань. F пятку жать, просто. Просто жать F пятку. Похоже, эти Фаумеры останутся тут. Конечно. Наверное, это их тот священник назвал преданными. Стрела в печень, никто не вечен. Но есть в этом и что-то хорошее. Виртуозные прыжки через козла. Так. Вылезай. Есть хорошее, сработал скрипт. Скрипт — это неплохо. Так, откуда-то оттуда сейчас еще вылезет, да? Давай. Давай, давай, давай. Ага. А чё ты такой вообще борзый? Сиранушка, Сиранушка, смотри, убегает! Господи, я испугалась, что мертвый, погибший враг поднимается, да? А это всего лишь Сирана развлекается. Ты справилась? Жопу чешет. Жопа чесун, конечно, да. Тот еще. Так, сохраняемся. Кто там? А, тут мастер укрытия был? Интересно. Ну, двастер. Мастер укрытия был? Мастер укрытий поплыл. Так, ну мы прям семимильными шагами, я бы сказала, даже прыжками продвигаемся. Я тебя помню. В смысле? А в смысле? Еще откуда? Ну ты покричи мне тут еще, да. Будешь знать. Будь начеку. А ты не могла мне раньше сказать про будь начеку? Так, а если я сделаю вот так, сбоку вообще сделаю? Ладно.
Только что я была отомщена за все мои мучения с этой прекрасной женщиной. Куда я иду и зачем? Объясните мне. В целом, конечно, я вопрошаю эту всю игру. А, вон. Господи. Во враг. Блин, вот это вообще стрёмная как бы штука. Вот так, мягко говоря. На превью пойдешь. Скелет. Так. Вообще, судя по скелетам, как бы они тут... Какая у тебя живописная поза, однако. Ладно, на превью пойдешь ты. Это типа скелет с ушками? Или это дреды ему так сделали? А ты еще откуда? Покажись, кричит Сирана. Кричи так, что меня палит. А ведь если так подумать, заполучить лук Ауриэля моему Давакину, именно моему Давакину было суждено. Потому что всю игру мой Давакин проходит с луком. То есть это как судьба. Я сейчас... беру, получается, лук и все. А если у него еще дамаг сам по себе будет нормальный, это же все. Это можно, в принципе, как бы идти и заканчивать игру на этом. Потому что сильнее Давакина больше не будет никого. Так. Ничего подобного на моем острове не видела. Да ты в целом как бы на... Ты живое? Конечно, ты живое. А ты еще откуда? Так, ну откуда, откуда? Прямо оттуда. Ты помрешь когда-нибудь? Несчастный Корус пытается до меня добраться. И Сирана тоже пытается до него добраться. Ну, пусть сражаются, ладно. Мне не жалко. А вот этот вот, конечно... Вот это вот, вот такой себе. Ой, споткнулся, упал. Ах, божечки ты мой, а как же так? Что же делать? Она там все еще с Корусами. Бродяжье одеяние великого колдовства. Ну, блин, я как бы ничего не скажу, но вот. А, ты все-таки догадалась открыть, да? Какая ты умная, однако, мадам. Открывает она. Так, у меня все работает. Сейчас у вас чуть-чуть подвиснет, подержите чуть-чуть, да, мой лук. Так, направо пойдешь, растяжку, об растяжку запнешься. С другой стороны, с другой стороны. Справа ведь явно Хорус, блин. Хорус, почему я их Хорусами называю-то? И вон там вот еще летает, да? Давай, вылезай.
действует. Они, зараза, еще не убиваются-то с первого раза. Ну, ладно. Ладно, я была не права. Идеальное зелье лечения, слабое зелье лечения. Ну, а трава мне, допустим, не нужна. Что, по алхимической лаборатории? Так, с тебя стрела. И в целом все, да? Весь лук вы мне хотите сказать? Весь лут и еще какая-то ловушка нажимная. От кого прятались? Что это был за закуток такой? Это типа какие-то важные вообще корусы там жили, что ли? Так, Сирана. Смотри, берешь и обходишь. Не, ну с другой стороны, проспав столько лет в саркофаге, можно разучиться делать что угодно. Не только красться. Поэтому тут как бы к Сиране вообще никаких вопросов. Тут есть что? Да, тут скелет какой-то лежит. С золотишком. И кошелечком, кстати. Ты проверила там наверху все, да? Ты молодец. Хвалю тебя. Так. Записка из вечернего прохода. А где первая? Я, походу, первую записку, да, потеряла. А нет, есть. Вот, походу, она, да? Странно, почему проклятые... Наставили столько ловушек рядом с этим каменным барьером. Отдохнуть чуток, лучше не рисковать. Ловушки тут не просто так. И лучше... Ловушки тут не просто так. Ай. И лучшее средство узнать, что же они охраняют, терпение. Просто посижу здесь, восстановив силы. Может, попытаюсь использовать ловушки себе во благо. Но я скажу, что тебе, конечно... Цепи и ловушки. Смотри осторожнее. Что бы ни было на другой стороне, фалмеры хотели, чтобы это оставалось там. Ты что такое? Долины Саблезуб? Они боялись долинного Саблезуба? То есть я должна была использовать ядовитый цветок? Все понятно. Охренеть. Вау, я бы сейчас, если вообще не глянула бы, я бы вообще не... не... А чё ты кашляешь-то? Ты же излечилась. Но долины Саблезуб-то нормально вообще как бы жил тут. Я как истинный стелсер. По краешку обхожу, они... Ну ладно, давайте понесемся напролом. Очень напоминает глубинные тропы. Прям очень. Так. Чё тут, а? Клянусь кровью. Клянись. Чё, я тебе могу
сказать. Ну, короче, нюанс в том, чтобы ты подходишь такая, ать, цапнула и отбежала. Так. Офигеть. А так-то как бы тут красиво очень. Если подумать. Чего там говорили про одно из красивейших мест? Вот это уже третье. Первое это с древом жизни. Я вас, наверное, нигде больше не встречу. Поэтому вы будете моей добычей. Простите, ребята. Но сегодня вы достанетесь только мне. Какие красивые. Вообще, вот я бы их, конечно, себе в дом бы разводила. А не всяких там кур. И так далее. Я так подозреваю, что... Ага. Так, по краешку, пожалуйста, по краешку. А, есть в этом кое-что хорошее. Давайте поплаваем, посмотрим. Может, там есть что-то. Да не, нет, нифига. Видимо, они не предполагали, что Довокин будет кривоногий и соскользнет. Сейчас 100% я возьму и цапну этого яда. Этого цветочка восхитительного. Я просто оглянулась посмотреть, не оступилась ли она. И получилось так, что оступилась сама. Ага. И типа вот из-за них, что ли, стояли всякие ловушки? А чё ты столько долинных оленей вообще? Один даже с кольцом награбил. Ты жадный, что ли? Как вообще эта локация называется? Вечерний проход. Что это такое? Так, тут можно что-то цапнуть? Нет. О! Здрасте. Кажется, там очередное дорожное святилище. Ну вот, пожалуйста. Наполнить кувшин посвященного. Сейчас, подожди, я сперва набью рюкзак посвященного добычей. Потом наполню вам что угодно. Вот. Всяко, вот, например, шкуру можно отсюда забрать. О-о-о. Ну вот да. Фиг знает, для чего эти светящиеся цветочки. Поставлю в вазу, будут радовать меня неделю. Или сколько там они растут. Здрасте. Добро пожаловать, посвященный. Это дорожное святилище света. Да. Святилище света. Когда узри дар Ауриэля, дитя мое, и да осветит он твой путь к покою внутреннего святилища. А их всего 5, да?
А в первом можно было зачерпнуть-то? А то я сейчас пройду, а кажется, ну, если что, через чит-код, ладно, сделаю так, что у меня все выполнено. Первый раз, что ли? Тут... Баги стали уже настолько обыден. Птички поют. Я так понимаю, нас не только по Скайриму, да, телепортируют, но просто за счет того, что мы находимся внутри, мы этого не видим. А может это, ну блин, 5 святилищ снежных эльфов и только в Скайриме. Ну, по-моему, говорю про то, что не то. Не-не-не-не-не. Ах, как хочется нарваться. Ладно. Не будем. Оставим это тем, кто будет после. Или все-таки? Да блин, я же расшибусь. Вон там вот. Забытая долина. Так, ладно. Это невероятно. Как будто совершенно другой мир. А, ну так-то мы быстренько сейчас все наполним. Ну давай. Лук должен быть где-то в этой долине. То есть тебя не смущает, да, что чувак нам сказал, что слушай, наполни кувшины, и будет тебе счастье. Пока не наполнишь, счастья не будет, да? Ты такая, ну, наверное, лук в кувшине. Лук где-то здесь, да? А наполнить кувшины нам чувак сказал за просто так. Захотел. Так. Так, ну... Ладно, допустим. Похоже, будет дольше, чем я вообще предполагала. Всякие жилы тут. Ну... Тут... Куда-то в туда, но в туда нету дороги, значит, надо обойти. Ну, не может быть такого, что создатели Скайрима решили такие: «А-а-а, давайте мы поставим один, короче, из алтарей в труднодоступном месте, в котором, блин, не доберешься, только ноги себе переломаешь и нервы попозже». Едва ли так было вообще. Скорее всего, они руководствовались какой-то логикой. А я только что эту логику нарушила. Вот. В общем, мы такие... Ну хорошо, допустим, долины олень еще я понимаю. А вот эти светящиеся цветы-то что тут растут? Мне кажется, это вообще не их экосистема. Мягко говоря. Но в целом сюда можно телепортироваться. Поэтому, если я что-то тут пропустил, упустил и так далее, вы смело можете мне об этом рассказать. А Фаумер это что тут делает? Опять же, тут же как бы, ну, это того самого. Пещера? Ты что экипировал мой? Забытая долина пещер? Я не хочу пока в пещеру идти, если честно. Я вот только выбралась наружу. И чё это?
что вы мне хотите сказать? Вон, я допрыгаю. Вообще, конечно, это удивительное место, я вам скажу. Это что там, очередное дорожное святилище? Интересно, куда это ведет? Здрасте. Добро. Хочешь почтить? Да, давай. Тогда узри дар Ауриэля, дитя мое. И да ускорит он твое путешествие к внутреннему святилищу. Ты меня задерживаешь своими речами. Я понимаю, что это напутствие, да? А как в него войти? А вот так. Зачерпнуть воды. Я надеюсь, что он телепортнет меня в другое святилище. Сириосли. Да светит ваш путь сияние Ауриэля. Забытую долину, святилище зрения. А, то есть там в целом, короче, открываются. А, ну я тогда, чё, ладно, ладно, зря быканула. Опа. Ну, по-прежнему, как бы, остается вопрос, а почему фаумеры хотели, чтобы что, тут что-то оставалось? А куда ты вообще меня хочешь завести? Ну, типа, вот. Еще два кувшина, и один почему-то мне показывают... Ладно, меня там еще не было. Я вижу арочку. Попробую по этой арочке тогда пройти. Но какова красота вообще? Смотрите. Прям душа радуется. Радовалась. Когда все тут было целое. А тут на самом деле напоминает локацию финальную с DLC Dragon Age Inquisition с соусом. То есть что-то такое действительно эльфийское. Ага. А ты еще откуда? Ну, они, в отличие от нас, дорогая моя, тут живут. Готово. Поэтому они... Опять пауки. Мне те, что дома, больше. Кто там? Ну, мало ли, что тебе там дома больше не нравилось-то. Пауки как бы не виноваты. Они такие, какие они есть, подумаешь? Чё, они будут под тебя подстраиваться, что ли? Ты видишь? Невероятно. Да, невероятно, я согласна. Так, какой-то вон там находится, и нам, наверное, надо вон туда. Ой. Так, ладно, бери. Неизвестная книга. Водное дыхание. А, там воду надо будет сейчас сигануть, да? Что-то в воде будет. Божечки, это очень красивая локация. Вы просто посмотрите. Оно все прорисовано, оно все такое снежное. Мне кажется, фаумеры становятся на шажочек ближе к своему...
прошлому в роли... Ага. Чё? Чё ты мне хочешь сказать? Мне надо вон туда куда-то? А как же логика? Здрасте. Господин Паучок. А, ой, простите. Ты же наш. Подожди. Ай, дурочка, это не тот. Вон туда надо. Ну, я засмотрелась, завертелась головой и потеряла маркер, по которому двигалась. Я, конечно, сейчас держу в голове, что я хотела бы когда-нибудь спуститься туда, побегать, все такое, но я понимаю, что я ж нифига ж не вернусь. Я просто... Проскочу тут и... Скажи-ка, дядя, ведь не даром качала лук я. А чё это такое? Сапфировый прогон? Офигеть. А, это, наверное, надо Делмору, да? Если какая-то штука вообще непонятная, неси ее Делмору, господи, Делвину. Тихо. Сапфировый парагон. 6. Ой. А. Ой. Портал во внутреннее святилище? Вот прям вот так? А как же там наполнить? Или это чисто полутать? Ой, я какое-то дерьмо только что залутала, ну ладно. И залутала дерьмо номер 2, ладно. Прикольно. Ладно, а чё там? Эльфийские легкие перчатки. И... Сундуки. Понятно. Красота. И пустой закуточек. Понятно. Здорово. Локация прям мое почтение. Молодцы, постарались. А вот это, я так понимаю, все-таки проход, да, нормальный человеческий. Он даже ступени сделали для тупых. Что типа, смотри, тут можно пробраться. Сейчас вот на пауков каких-нибудь напарюсь. Да, вон. Так. Эти штуки повсюду, да? Какие? Парагон, может, все-таки надо было как-то забрать? Да и ладно. Ой. Тут что-то кровью обогрено все. Здрасте. Ты теперь. Тогда вперед, дитя мое.
и да укрепит Ауриэль твою решимость достичь внутреннего святилища. Они какие-то еще разные, да? То есть там это типа разрешение, еще что-то. Ну вообще грустно, то есть духи чисто такие остались, да? Святилище зрения, вечерний проход. Вот, скорее всего, это что-то значит, символизм какой-то. Ой. Сопротивление. А зачем тебе сопротивление огню, чувак? Тут кто-то будет огненный. Красиво. Прям реально красиво. Вот туда хочу. Не, ну тут-то как бы ты понимаешь, что да, тут снежные эльфы, скорее всего, жили. А, понятно, что за зелье. А кого есть? Кого я могу? Я тебя для этого и позвала. Офигеть, они еще плавают. Плавучие драконы. Где вы вообще это видели? Ладно, давайте свою. Какая я молодец. Восларум? То есть они еще и... Чего? Офигеть. Так, а ты кто такой вообще? Вот не понять теперь. Кто из них дерни... Бля, ну... Махач драконов в небе, это невероятно. Я считаю, ради такого стоило Дюрнивира, конечно, вызывать. А может, как раз-таки предполагалось, что мы его будем вызывать, и он будет... Хорошо. Васларум. И Насларум. Ну, все логично. Так, ладно. Дракончик с узким хвостом — это наш. А дракончик с шипастым хвостом — это не наш. Блин, бой драконов. Когда вы еще такое увидите, а? Офигеть. Эй, Насларум. Офигеть. Ну, вообще, конечно, надо было запечатлеть, когда их было трое. Так, Дюрнивир. Спасибо, Дюрнивир. Ой, а у них тоже какие-то глазки особенные. Круто, я довольна. Прям, я думаю, даже можно заканчивать. Надо только занырнуть, глянуть, что они там у себя прятали. Ну, это вот прям, смотрите, это прям круто очень.
Дюр, спасибо. Летай давай дальше. Твои услуги больше не требуются. Давайте занырнем и закончим тогда. И... сундук. Ну, допустим. А что вы тут делали? Вы тут спали? Ну, а дюр там, конечно, да. Развлекается. Поняла, 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 поняла. Ща, 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 ща. Так, а есть еще зелье водного дыхания? Есть, конечно. Давайте. Ой! Что тут есть еще? Блин, ну вообще, конечно, тут клаустрофобия впору заболеть. То есть они чисто в озере такие, да, спали. Блин, вот нифига не видно. Зато Дюрнивир там летает, нам сейчас всех победит, получается. Ладно, у меня зелье заканчивается. О, во. Ай-яй-яй. А скелет? Нет, нельзя скелет. Ну ладно. Это, видимо, был их обед. Отлично вообще, я считаю. Да-да-да-да-да, молодец. Ой. Вот. Нет. А тебе не кажется, что этот лед немного тонковат? Ты как-то запоздала, скрипты свои пуляешь, дорогая моя. У нас уже из этого льда попадало, повылезало все, что только могло. Все, да ладно, давайте на сегодня закончим. Всем спасибо за просмотр, я буду вам очень благодарна за поддержку в виде лайка и комментария. Это стимулирует меня стараться дальше. Ой, ты тоже хочешь принтскрин? Ладно. Подписывайтесь на YouTube, если вам понравилось прохождение. Также нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходило уведомление. У нас есть ВКонтакте, Телеграм и Дискорд. Все ссылочки в описании. Всем хорошего утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы это смотрите. Увидимся с вами в следующий раз. Берегите себя и пока.